Состоялись публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета за 2021 год. Реализовано 17 утвержденных муниципальных программ. Подробнее в нашем сюжете. Исполнение бюджета округа за прошлый год осуществлялось в соответствии с утвержденным решением Совета депутатов округа о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023. Исполнение основных показателей бюджета составило: по доходам 11,8 миллиарда рублей, по расходам 11,83 миллиарда рублей. В результате за 2021 год сложился дефицит бюджета в сумме 32,4 миллиона рублей. Собственные доходы бюджета составили около 6 миллиардов рублей. Как и прежде, их основой стали налоги – около 5 миллиардов. Наиболее значимым был налог на доходы физических лиц – 1,6 миллиарда, налог на совокупный доход – 1,8 миллиарда рублей и земельный налог – 1,2 миллиарда рублей. Расходы на реализацию муниципальных программ «Образование» и «Культура» составили более 6 миллиардов рублей. Было осуществлено проведение ремонтов, пополнение библиотечного фонда, организация культурных мероприятий, закупка мебели, оборудования, техники. Средства направлены на вознаграждение за классное руководство – 103,6 миллиона рублей. Проведение ремонтов и благоустройства территории – 98,6 миллиона рублей. Субсидии частным садам и школам – 197,2 миллиона рублей. На организацию питания обучающихся в школах – 215,8 миллиона рублей. Около 400 миллионов рублей было выделено на спорт, более 200 миллионов – на социальную защиту населения и почти миллиард – на управление имуществом и муниципальными финансами. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.